Пока. Да, ну все, там автобус тот уехал, а тут вот еще стоит вот ЛиАЗ, на котором мы поедем. Ладно, все, сейчас он уже отправляться будет, и мы, он сейчас уже будет подаваться под посадку, и мы на нем сейчас поедем. Как-то вот тут находится. Оплата произведена. Поехали уже. Едем до 45-го магазина. Я хотел еще снять коломенский трамвай, но не получилось, потому что у меня там было переполнение памяти, но мне потом в торговом центре в ДНС купили новую карту памяти, так что, когда я поеду в Коломну, обязательно сниму коломенский трамвай.
снова попался этот оригинальный автобус. А то у нас еще в городе работает такой же автобус, только вот на этих дверях поручни от автобуса ЛиАЗ 5292 предыдущей модели. Ну, он ранее работал где-то в Зарайске или Коломне.